Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – простых просвещения. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – проспект Культуры, дом 11. Трамвай работает без кондуктора. При входе в салон приложите электронный проездной билет к валидатору на поручни. Водитель не продает билеты. Пожалуйста, не отвлекайте его от управления. Разовые билеты за наличный расчет приобретайте заранее в кассах метрополитена и специализированных киосках. Безбилетный проезд влечет наложение штрафа в размере 500 рублей. На линии усилен контроль.
Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – проспект Луначарского. Уважаемые пассажиры, для удобства оплаты проезда приобретайте электронные проездные билеты на основе единой бесконтактной карты. Приобрести электронные проездные билеты можно в кассах метрополитена, а также в специализированных киосках. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – улица Руднева. Спасибо.